Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы начинаем прохождение Grim Souls, Заблудшая душа, или что-то, Мрачная душа, по-моему, переводится, игрушка в стиле Last Day. Почему начинаю данную игрушку проходить, в принципе, планирую? А потому что Last Day у меня слетел аккаунт, проверял, был привязан, после обновы что-то с ним произошло. Вроде там слышал, как нужно почистить данные. Почистил, короче, все, хана, у меня теперь новый аккаунт. И так подумал, можно, конечно, заново начать Last Day, но данная игра похожа, только стилистика другая. Те же разработчики, почему бы не начать? Возможно, вам зайдет. Опять же, в комментах пишите, ставьте лайки, то есть вообще нужно играть в данную игрушку или нет. И поехали, ну, как обычно, начало все собираем. В игрушку я начинал играть, пробовать запускать ее, потом все затер. И, в принципе, есть на что посмотреть. Стилистика мне нравится. Тут вместо зомбарей всякие прокаженные, всякие демоны, ведьмы. Прикольненько, мне кажется, прикольненько. Так, тут подсказочки, да? Бойся ночного гостя. Ну, видел немножко данную игрушку. Какой-то демон там пробегает ночью, нужно от него прятаться. И вот мне нравится приближение вот в этой игрушке, офигенно. Открытая карта провинции. Нужно было, наверное, прочитать. Ну, просто карту нам открыли. Так. Эту штучку прочитать. Это все дело мы, наверное, заберем, но немножко попозже. Пускай пока лежит, оно мне тут пока не нужно. Немножко буду путаться, по-моему, рюкзак как будто в другой стороне находится. Прочитать. Брат Руперт, я возлагаю на тебя ответственность за нашего гостя. Тело его поражено порчей, но душа еще борется. Тебе следует отвести его в чумные земли и предоставить свету решить его судьбу. Вину за нарушение императорского эдикта. Что-то как-то все это мудрено. Блин, короче, какая-то муть какая-то. Серая гниль. Кому интересно, почитайте. Что-то тут какая-то про порчу. Ну, это, наверное, как начало. Так, ну, все собираем. Все собираем, все, что можно. Оленей я не знаю, пока буду убивать или нет. Наверняка тут на этой локации есть какие-то прокаженные или кто там они. Наверное, я их даже руками забью, потому что уровень сейчас поднимется. Быстренько первые уровни поднимаются. Поэтому мы сейчас его просто убьем. И у нас здоровье восстановится. Причем они какие-то побитые. Кто их бил тут? Вот у нас уровень поднялся, здоровье восстановилось. Забираем все. Это веревочки, и плюс еще у нас идут, семена лука, я так понимаю. Это основные первые лечилки, и плюс как питание. Так, пойдем убьем еще прокаженного. Сейчас быстренько. Ну, наша задача на данной локации сейчас построить ящики, все собрать тут, что можно. И прокачать уровень, я так предполагаю, где-то до 5-го. То есть что-то мы сделаем, тут быстренько установим. И побежим уже на локацию. Так. Ну и там будет разбитый караван. Локация. Где много-много всяких шмоточек можно набрать. Причем бегать туда придется, наверное, не один раз. Так, а тут ягодки, в принципе. Ягоды боярышника есть, отлично. Тоже их можно будет сожрать. Так. Я всех убил этих. И хочу оставить деревья. Где-то, наверное, напускать не здесь. Вот здесь вот хочу оставить парочку деревьев, вот этих мрачных. Либо, может, в серединке где-то оставить. Не хочу их трогать, хочу, чтобы остались где-то на базе. Довольно-таки красивые они. Ну, такие мрачненькие, необычные в стилистике в этой. Или может где-то здесь? Вот середина где-то здесь, наверное, да? Где-то здесь.
Вот это дерево, наверное, оставлю. Так, это край, подождите, а где тут середина? Вот, наверное, вот это где-то оставлю. Кстати, мы, по-моему, умеем делать полы, поэтому я сейчас, наверное, вот так вот как-то и запендюрю. Так. Вот так вот и вот так вот. Нам пока вот этого хватит. Пускай будет. Так, ну тут, по идее, больше я ничего не вижу. Я, наверное, все это дело повырубаю, сейчас соберу. И потом вернусь. Так, собрал все, что можно было ручками собрать. В принципе, осталось нам повырубать деревья, повырубать камни, там еще медь и убить оленей. В принципе, давайте, что нам в первую очередь? Топор, естественно, нам нужно изучить кирку. Так, у меня остается 4. Мне нужен мешок. Это 100%. Окей. И мне нужен сундук. Клетка нужна, клетка на следующем уровне. Тогда вот так вот сделаем, да? О, я могу даже клетку изучить. Либо дубинку. Факел тоже как оружие. В принципе, лучше его, наверное. Так. Давайте тогда и клетку изучим. Так, так, так. Крафт. Крафт у нас здесь. Создаем сразу себе мешочек. Сундук могу сделать? Могу. Раз. Два. Три. Отлично. Три сундука. Три сундука. Нам это нужно, потому что куда-то складывать сейчас ресурсы нужно будет. А плюс там вот броня лежит. Построй свой дом рядом. А, тут где-то какая-то это. Или просто подсказка вылезла. Так. Устанавливаем тогда сундучки. Симпатичная графика. Прикольная. Так. Наверное, даже... Так, развернуть можно? Раз, два, три. Так, все, я тогда вырубаю, место освободил, вырубаю камни, вырубаю деревья, оставлю вот одно. И добью, наверное, кулаками оленей. Как раз подниму, я думаю, 5-й уровень. И там поставим, я не знаю, клетку поставим, если сможем. И побежим уже на карту. Так, ну все, я собрал. За оленями тут пытаюсь охотиться. Эх. Не убегают они совсем. Просто пытаюсь их кулаками мочить. Что я набрал? Уровень поднял, пока бегал, собирал. Деревья все не стал вырубать. Все выложил, потому что сейчас побежим в разбитый караван. Так, у меня есть одно очко. Так, это изучено. На факел нужно 2. А на грядку 2. Даже не знаю, дубинку изучать или нет. Костер. Мы, наверное, пока оставим, пускай на факел будет. Факел, насколько мне известно, вот там даже плавильная, 7-й уровень, да? Факел тут важней. Вот ночь полна ужасов. Я не знаю, мы сейчас ночью побежим или нет. Нужно что-то съесть. Съедим. У меня были ягодки, которые я тут сгреб. Куда-то я их засунул. Вот они. Давайте мы их сожрем. Я надеюсь, он накушался. Нифига. Давайте жрем тогда их все, чтобы они места не занимали. И на клетку, по-моему, так, мне нужно вот это. Не буду брать ни меч, ни... Как его называют? Ни броню. Все это мы найдем. Так, давайте посмотрим. Клетка с воронами. Трава нужна и дрова. А вот, по-моему, травы как раз у меня и нету. Поэтому нужно будет обязательно травку набрать. Все, в принципе, и здоровье полное. Побежали за локацию. Ну, покажу, что я набрал. В принципе, это вот с погибшего того там. Немножко броня, меч неплохой, в принципе.
топорики это я оставлю. Немножко семян есть, немножко ресурсов. И то я не стал вырубать все деревья, пускай будут. Все, побежали за пределы локации. Ну, это, я так понимаю, постоянно тут будет лежать, можно в него тоже что-то складывать. Так, карта провинции, вышли. Сразу нам показывают разбитый караван. Показать. Все, побежали. Офигеть. А, ну, стилистика, конечно, офигенно. Тут туманчик вот этот, а не просто как какая-то. И все довольно-таки логично. То есть, караван разбился, и все. Кто-то разгромил его, либо как... Ну, эти, наверное, всякие. Пока буду брать все. Я понятия не имею, что тут нужно, что не нужно. Знаю, тут есть какие-то ложки, какие-то вилки, которые неизвестно вообще понадобятся нам или нет. Наверное, сразу буду одевать какие-то шмотки, чтобы нас здесь не прибили. Тут какие-то волки, вот эти прокаженные всякие бегают. Ну и травку нужно собрать. Естественно, все у меня не поместится. Поэтому буду... О, кстати, травка. Травку уже нашел. Не пропустить бы тут что-то. Все, естественно, я не унесу. Мне придется сюда бегать раза два. А, так, надеваем. Наверное, лопату возьму. Она похуже, чем меч, наверное. Скорее всего. Так, это лечилка. Это лечилка тоже. Короче, тут лечилок, я так понял, дофига. Разных видов. Причем лечит постепенно, а не сразу. Вот это, конечно, жесть. Так, вот, пожалуйста, лук, семена которого мы собирали. Так, по-моему, тут я все уже, да? Да, здесь все. Погнали дальше. О, кстати, вот это, по-моему, подсказочки. Нужно посмотреть. Какое-то снадобье. Лечение 100%. Прикольно. Уничтожить целый караван под силу только им. Понятно. Ну, возможно, это на начальных этапах вот эти подсказки, типа руны какие-то. Вот, как я говорил, ложка какая-то, неизвестно, она нужна или нет. Пока беру, чтобы куда-то в одно место все это сложить. О, вмещается пока, да? Еще оружие. И, наверное, вот в эту телегу я, наверное, буду складывать. По размеру какая она, посмотреть. Не особо большая. То есть то, что совсем непонятно. Вот так вот. Это мы заберем. Оружие пускай будет. Это нам нужно. Ну, пока. Пока побегаем. Кстати, можно будет что-то убрать еще в слот вот сюда. О! Прокаженный пришел. Лопата, лопата вещь. Такс. Забираем. А, бинтики, опять же. По-моему, лечилка. Да? Да, лечение. Так, вот у меня уже не помещается. Сейчас тогда переложу. Вот это. Вот это. И бутылки пока. Давайте пока бинтики. Да, и ткань. Пока она прям не горит, все это дело. Хотя, наверное, часы лучше сюда положить. Вот эти песочные. Диковинное устройство, привезенное с востока. А вот бинтики возьмем. Кто-то идет или нет? Мне показалось. Блин, музыка, конечно, здесь такая... жуткая. Жутко. Я представляю, как там какие-нибудь ведьмы, когда будут орать, что там будет происходить. Так, вот сюда. Мне бы не запутаться, пока по верху буду идти, потом опять не помещается. Но все, я явно сейчас сразу не заберу. Сейчас заберем то, что есть, а потом уже вернусь. Так, бутылка, свечка. Нужно, наверное, что-то переложить, например, вот это вот. А, что это такое? Очищение скверны пахнет... Очищен скверны пахнет
Но градус высокий. Бухло какое-то. Так, броня. Ну, много-много тут всего. Я, скорее всего, что-то пропущу, но нужно что-то одеть, что мы можем. Взять с собой все, что можно. А потом сбегать обратно и забрать то, что осталось. Так, фляжки пустые. Я так понимаю, это типа бутылок. Вот это сразу нужно прочитать. Так, стой. Прочитать. История предательства. Солдаты империи огнем и мечом прокладывали свой путь через полчища врагов, но когда победа была уже близка, и лорд Айвен, магистр львов, решительно сокрушал берсерков Карна, прокладывая себе путь к их предводителю, на поле боя появились воины еще двух императорских орденов. Это, я так понимаю, какая-то вот история. Оба, кто там? Прокаженный пришел. А в нем ничего нету. Так, взять. Еще вилы и так далее. Давайте посмотрим, может, что-то еще интересное тут будет. Так, это я открыл. Странно, как когда я это открыл. Так, это все дело открыто. Вот эти вот я не открывал. Может, что-то интересное еще найдем по броне. Основную броньку вот мне нужно надеть. Так, а вот эта штучка, по-моему, для чего-то нужна. Для плаща, вроде как написано, создается. И мне кажется, я все уже обыскал почти. Осталось 4. Прочитать. Открыто новое место на карте подземелья отрёвших. Прикольно, обязательно сходим туда потом. Так, пока больше не могу ничего взять. Хотя, насколько я знаю, на клетку мне нужны как раз вот эти ремешки. У меня сколько-то там есть на базе. Булава, отлично. Так, дальше. Взять. И вот это последний. Коняшка. Коняшка. Так. Сейчас заберу тогда вот, где я тут видел, вот эти ремешки. Например. И я складывал, насколько я помню, вот в эту телегу. Все, ремешков больше нету. Вот это мне нужно, вот это нужно, вот это нужно будет. Сейчас соберу травку на автомате и забежим на базу, построим там что-то и потом уже вернемся, наверное, сюда. Так, вышел с локации, мне тут показывают, что новое место обнаружено. Я так понимаю, свитками мы будем находить вот эти подземелья. Много трофеев. Можно, конечно, бежать, наверное, но... Я так полагаю, нас там сразу же убьют. Хотя, кто его знает. И соседи, вот нужно кому-то бежать из этих ребят. Замок, кому лучше, я понятия не имею. Кому-то сбегать. Ну там взрывчатка нужна, блин. Какие-то бочонки с порохом. Поэтому, блин, понятия не имею, получится что-то украсть или нет. Хотя, вот если по лаздею судить, то можно найти очень классные вещи именно у соседей. Не знаю. Так, кстати, хотим кушать. Я не знаю, может, вот этот бекон сожрать, он насколько вообще лечит там? Питье минус 3, еда, лечение, отлично. Может, не стоит его? Это, наверное, мясо нужно будет сушить. Да, у меня тут олени еще бегают, я их не добил. Так, вот они, ремешки, пожалуйста, это для клетки, это сюда, это все к еде относится, к лечению, вот это, так, броня, давайте, наверное, клетку эту сделаем, а у меня нет уровня, так, нужно дерево, а почему я клетку не сделал, я что-то, наверное, перепутал, да? Я, наверное, что-то напутал с чем-то.
Нужно было дерево, у меня было. Так, нужно дерево. Я опять забыл. Так. Медь и свечку. Медь у меня здесь. Медь и свечку. Так, свечка здесь. Отлично. Создаем тогда эту клетку. Что-то я как-то это, как провтыкал. Наверное, на что-то другое нажал. Так, где разместим? Наверное, где-то вот здесь вот. По-моему, просто на земле. Не, просто на земле нельзя. Давайте тогда вот сюда. Эндюрим. Ну, естественно, мы ее ничего не сделали. Нужно ее сюда натыкать всякие. Так, нужна вот эта проволока, которую мы нашли. Ремешки. Четыре этих и четыре этих. По-моему, мне не хватает как раз четыре разрушенные там железяки. А, не, все правильно. Так. Этих не помню сколько. Так, четыре этих и нужны ремешки. Какая-то фигня для связи. Для чего, точно я не знаю пока. Так, сюда. И сюда. Собрать. На. Изнанник, тебе повезло, что мой ворон нашел тебя. Я помогу тебе, а ты, возможно, поможешь мне. Для начала собери клетку с воронами. Вороны позволят тебе получить мои письма с наставлениями. Отправь ворона, когда закончишь с клеткой. Ну, это, наверное, первое задание было, а я его проморгал. Ну, в принципе, мы можем его сделать. Награда нам как раз... одну единицу вот этот топорик, то есть для изучения. Получить награду. Клетку мы собрали. Я так понимаю, как-то это будет периодически нам даваться эти задания. Уровень у нас тот же, но у нас появилась возможность сделать, к примеру, факел изучить. Факел это и оружие, насколько я понимаю. Веревки. Веревки были. Давайте вот сюда я сгружу то, что... лечит, пока уберу все это дело. И, наверное, еда. Вот это. А по-хорошему нам сделать грядку, но я пока не могу. Мне уровень нужно поднять. Так. Сюда повыкидываем опять же все это дело. Вот это. Вот это. Наверное, ресурсы в другое место. Нужно еще сундуки в любом случае под броню. Под броню. Блин, да тут сундуки какие-то маленькие, офигеть. Так, вот это уберем. Что нам нужно на факел? Факел, насколько я знаю, нужен очень. Так, веревка и дерево. Очень нужен для того, чтобы отгонять какого-то черта там, который ночью приходит и бьет очень больно. Так, создать. Я надеюсь, факел я создал, да. Так. Урон 13. Скорость атаки. И дальность атаки. То есть это хуже, чем, я так понимаю, это... О, кушать захотел. Давайте что-нибудь сожрем. Насколько это поднимает? Давайте глянем. По пятнашке, да? Слабовато вообще. А это насколько? Ну это лечит. Это лечит хорошо, а это... это тоже постепенное лечение идет. Давайте съедим. Так, и факел зря я напялил. Он, конечно, это как... Чёрт, я постоянно путаюсь в этих клавишах. Что возьмем? Наверное, лук возьму. Или бочонки вот эти взять. Это что такое? А, это питье только. Это лечилка. Это... лечение, питье. Вон оно как, то есть тут много питья всякого и лечение различное. Офигеть, офигеть, блин, это я сейчас буду первое время тут путаться. Просто жесть. Ну, наверное, поставлю еще один сундук. Сгоняю в караван, чтобы собрать все, что там есть. А на локации, наверное, побежим уже в следующей серии. При условии, если вам игрушка зайдет. Не знаю вообще, зайдет, не зайдет, то есть... пишите комменты, я знаю, что не так много просмотров у меня, но
вообще под видео. Ну, посмотрим. Посмотрим, вообще, стоит ли данную игрушку снимать, нравится ли вам или нет. То есть, есть ли смысл там бегать этих ведьм всяких, изучать, бить их там, подземелья и так далее. То есть, делитесь видосами, ставьте лайки. Посмотрю, если игрушка зайдет, то будем уже продолжение снимать. Все, всем пока-пока.